Oi, mamãezinha tá te cozinhando. Oi, mamãe Cerebal, cozinha. Mamãe Cerebal, cozinha. Uzun bir şey. Bazen ne Çok iyi be. Bir şey mi baktın ihtiyar? Bir çizgi film karakterine. İhtiyar kız. Kim olduğunu sanıyor abi? Ben sizi çekiyorum. Bal dene bal kızım benim. Peki, babasının baldan yapılmış kızı. Yapıcık ver bakayım. Babasının aşığı. Ona güvenebilirsin. Oo. Ay 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 ay. Ye bakayım bir yapıcık ver. Bakayım babasının tatlı kızı. Bir yapıcık ver babasının. Oh. Oh kaymak bal 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 baldan yapılmış bu baldan baldan bal 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 bu çiçek balı bu ya çiçek balı çiçek balı kızı benim çiçek balı kızı çiçek balı ne yapıyor ne yapıyor babacık babasının aşığı bu ya değil mi babacık aşığı Aşığım, aşığım. Benim tek istediğim örfünce yoluma devam etmek gerisi. Babasının aşığı. Kaç kişi? Tatlı kız. Aslan gördü. Zehra da gördü. Allah! Vay! Mama тебя снимает. А ты не знал. Тихо, молча снимала, не комментировала. Потому что когда я начинаю комментировать, они сразу смотрят телефон, уже ведут себя не так, как обычно. Папа мучает. Баба сына, так ты козу, бал, козу, бал, 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 бал. Аслан, ты на кого кричишь? Бал, козу, бал, бал. Солнышко! Бал, да я помню. А? Баба сына, ашир, ашир. Да не козу. Бана, ашир, бана. Санады. Aslan, solnişka. Baba senin aşığın, aşığın, aşığın. Çiçek bal, çiçek И когда папа вечером дома, у меня лафа бывает, я могу полежать хотя бы. Ты что делаешь, солнышко? Попс, что ты делаешь? Аслан, что ты делаешь, солнышко? Поз верю, поз верю я. Мамина девочка, мамина солнышко. Аслан, иди сюда. Привет, привет, мои хорошие. Здесь у меня готовится начинка для бюрека. Бюрек это пирог. Так, здесь у меня курица, грибы и немножко лук. Здесь еще уже зеленый лук и творог. Вот.
будем запекать сегодня. Из тонкого теста, которое я покупала, юбка тоненькая такая, буду запекать пирог. Захарашка помогает мне морально, физически пока не может, только морально. Она проснулась минут 5 назад, мамина солнышко, а сынуля спит. Да, мамина девочка, мы с тобой вдвоем, девочки на кухне. Вот. Результат покажу. Ну, в принципе, вы видели его. Пирог улитка называется. Этот пирог улитка. И начинка может быть любой. Да. Да, солнышко. Пупщик маленький. Надо готовить быстро-быстро, пока мой партизан не проснулся. Вот в таком вот состоянии он идет в духовочку. А, хотя нет. Хотя нет. Сейчас я... Ай. Тмином. Засыплю и отправлю в духовку. Аслан, ты хочешь открыть шкафчик, да? Шкафчик открыть хочешь? Да? Там ничего интересного нет. Пупсик. Ай. Теперь в квартире нужно двери держать закрытыми. В нашей спальне двери закрыты, в ванной дверь закрыта, и вот в эту комнату тоже закрыта. Если я его в зале оставляю, не в бассейне, тоже закрываю в зал двери. Потому что он заходит во все комнаты, все смотрит, везде лазит. Да, я рассказываю, какой ты непоседа. Зато маму радуешь, ты все равно. Мама рада, что ты у меня такой. Мама рада, что ты такой. Да, солнышко. Пупсик. Отказывается кушать, не хочет. Я не заставляю. Кашу давала, не поел. Доча поела, он нет. Приготовила супчик, может попозже супчик поест. Да, солнышко, ты супчик будешь? Покушаешь супчик? Ой, все нужно исследовать. Везде нужно поковыряться. А если у меня и дочь будет такая же, как и он, ну я тогда я точно с ума сойду. Да. Аслан наводит порядок в шкафчике у папины майки. У Зихры жилетка папина, которая была в детстве. Пульт, не помню уже от чего. Короче, они тут порядок наводят мне. Ты считаешь, что жилетка должна быть у тебя, да, Зихра? Да, солнышко? А майки тебе нужнее, чем папе. Я не спорю. Я с вами вообще не спорю ни о чем. Приползли сюда. Ты сама додумала сюда приползти, или он тебя позвал? Аслан позвал, наверное. Ты же у меня тихоня. Это разбойник еще тот. Мамин разбойник. Да? Сейчас должна тетя прийти часам к 5. Сейчас, наверное, 5 час у нас. После работы она зайдет, и я наконец-то смогу немножко отдохнуть. С каждым днем все сложнее и сложнее, потому что вот это не сидит ни минуты. За ним глаз да глаз
Поэтому все мое внимание будет постоянно на нем. Привет, привет, мои солнышки. 24 мая сегодня, почти час дня. Я вот сейчас думаю, как бы пойти позавтракать. Обычно муж готовит завтрак, и мы быстренько завтракаем с ним. Но сегодня муж рано ушел. У супруга были дела. Да, мамина, посмотрите на это чудо. Вот его боюсь здесь оставить. А с тобой возьмешь, он в стульчике не хочет сидеть. Он хочет сидеть у меня на ручках и брать все из моей тарелочки. Вот. Принцесса тоже, вот она. Потихонечку приучаю ее сидеть в этой сидушке. Хотя сынуля эту сидушку не любил, но она тоже не очень-то любит. Она хочет сидеть вот рядом где-нибудь на диванчике, но в сидушке не хочет. Но мало ли, что она хочет, не хочет. Вот. Вот, вот этот партизан, разбойник у меня растет, маленький разбойник. Новых синяков у нас не прибавилось, слава богу. Да, 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 да. Ой, ой, ой. Спим тоже уже неплохо мы по ночам. И единственное, у нас дневной сон, так вот приходится уговаривать лечь спать. Вот как бы ни был уставший, вот он, вот этот разбойник, его приходится уговаривать ложиться. А Зихрашка этот под колыбельную начала засыпать. Я ей что-нибудь пою колыбельную, она очень внимательно слушает и засыпает. Да, солнышко? Ты что-нибудь скажешь? Ой, что-то мама нажала. Что-то сильно... О, скажешь что-нибудь? А? У тебя какое сегодня настроение? М? Хорошее настроение? Она сегодня проснулась с хорошим настроением, кстати. Если она просыпается с хорошим настроением, это она смеется, улыбается, что-то там огукает, могукает. Если она проснулась с плохим настроением, она просыпается и плачет. Вот. А сынуля, он всегда просыпается с хорошим настроением. Асланчик одела на него носочки Зихрашкины, потому что его такие же на стирке, они антискользящие, другие обычные, ну, в тех он скользит. В этих получится. Ну ничего, можно и девчоночек. А, все, уже мы возмущаемся. Мы уже хотим, чтобы нас подняли. Да, солнышко? Я говорила, вчера она была настолько спокойная, такая хорошая была вчера. Не знаю, что с ней было. Но вечером она нам, точнее, не нам, а папе жару дала. Папа, когда приходит, она начинает показывать ему свой характер. Капризы начинает показывать ему. Ты хочешь что-то сказать, да? А, пупсёныш? Нет? Не хочешь? Совсем не хочешь? Что ты будешь сегодня делать? Гулять пойдем на улицу? А, мамина, нет, тебя буду снимать, моя королева! Мамина королева! Ты мамина солнышко! Самая красивая девочка на свете. Самая любимая девочка. Самая-самая лучшая девочка к маме пришла. Аслан трясет меня за ногу. О, пришел. Вот. Мамин мужчина пришел. Младший мужчина. Как он не хочет держаться за что? Он хочет отпустить руки и стоять на ножках. Но рановато. Так, все, я пойду быстро-быстро завтракать, пока у них хорошее настроение. Их я накормила кашей. Доча очень хорошо поела, машала, у нее аппетит возвращается. Вот этот, его заставить кушать очень сложно. Он похож на меня в детстве и выборочный в еде, и бегает, его нужно вылавливать с ложкой. Я была такой же. Она нет, она открывает хорошо так ротик и ест хорошо все. Кашу хорошо поела, молодец. Все, мама пойдет завтракать.